Приветствую вас, друзья! Как вам информация первых двух дней? И сегодня у нас с вами день тест-драйва заключительный, третий, и мы будем говорить уже о большом бизнесе, где можно заработать очень хорошие деньги. 50 тысяч – это только начало, но самое приятное, что здесь нет абсолютно никаких ограничений. Вы сами зарабатываете столько, сколько хотите, сколько у вас есть желаний, возможностей. И нет потолка для достижений ваших абсолютно никакого. Что мы с вами делаем здесь? Создаем сеть интернет-магазинов. Кроме экономии и продаж, вы приглашаете других людей, которые также становятся, как и вы, владельцами интернет-магазинов и начинают делать то же самое, приглашая других людей и получая за это доход от компании за создание группового товарооборота согласно маркетинг-плану компании. У нас выплачивается от 3 до 23%. Сейчас мы дойдем с вами до маркетинг-плана. Что вы получите? Все то же, что и в предыдущем варианте. И бесплатная регистрация, и обучение, и сопровождение. Вы также можете попутно продавать, экономить и получать еще дополнительно доход от товарооборота вашей структуры. Ну и то, что касается маркетинг-плана. Как я уже говорила, у нас компания выплачивает от 100 баллов группового товарооборота 3%, и до уровня директора нужно 3000 баллов. Балл – это единица исчисления, которая используется в компании. Со временем вы к ней привыкнете и также будете оперировать этими цифрами. Но скажу, чтобы было понятнее. Чтобы сделать товарооборот 100 баллов, это нужно примерно 2-3 человека, чтобы вам сделали заказ. Или 2-3 человека в вашей команде сделали там любые заказы, и вот у вас в сумме уже получилось 100, и вы уже получаете доход с первой ступеньки. Когда в вашей команде будет уже от 10 человек, они будут делать разные заказы, кто-то там 10 баллов, кто-то 30 баллов, кто-то 50, кто-то 100, а кто-то, может быть, и сразу сделает 200. Есть у нас и такие девчонки. Ваш доход будет от 864 рублей уже составлять. Это 6% компания платит по маркетинг-плану. Когда у вас будет уже от 30 человек в команде и доход будет уже почти 4000, но ваш товарооборот должен в баллах составлять 600 баллов, 9% компания вам уже заплатит от товарооборота вашей группы согласно маркетинг-плану. 12% следующая ступень маркетинг-плана, это 1000 баллов должен быть товарооборот в баллах. Такой товарооборот может сделать группа, ну, примерно от 40 человек в команде, и ваш доход будет уже более 8000. Далее, следующая ступень, 15 баллов компания будет платить, если ваш товарооборот групповой составит около 1500 баллов. Когда у вас в команде будет около 60 человек, которые будет кто-то брать для себя, кто-то будет продавать, кто-то будет начинать тоже пробовать строить свою команду, то ваш доход будет 16 тысяч и выше. Следующая ступень – это 19% по маркетинг-плану, 2000 баллов товарооборот. Когда в команде уже будет от 80 человек примерно, и ваш доход будет почти 30 тысяч составлять. Это доход, который будет вам платить компания за то, что вы пригласили этих 80 человек, которые делают вот такой товарооборот. Ну и следующая ступень в маркетинг-плане, скажем так, это первая ступень в большом бизнесе, это статус директора, когда ваша команда делает более 3000 баллов товарооборот,
Такой товарооборот можно сделать уже командой от 100 человек и выше. И компания вам заплатит почти 50 тысяч рублей. Это 23% по маркетинг-плану. Еще раз повторяю, какое количество человек, это весьма условно, потому что если будут делать все по 50 баллов, то, допустим, естественно, на 3000 баллов достаточно 60 человек, если все сделают по 50. Если все сделают по 100 баллов, достаточно всего 30 человек. И все, и вы уже директор. Но редко так бывает, чтобы все делали или по 100, или по 50. У нас люди приходят совершенно разные. Многие приходят, действительно, которые говорят, я только попробую, я вот чуть-чуть с краешку, вот возьму немножечко что-то, трохи для себе. И таким образом, с учетом все равно этих людей, у вас складывается товарооборот. И даже если у вас будет много таких людей, которые будут брать 10, 15, 20, это тоже 5 человек вот по 20 баллов, вот уже 100 баллов. Поэтому мы имеем в виду, или мы с вами мотивируем людей делать заказы больше, и тогда нам нужно, чтобы меньше человек сделали заказы. А если мы не мотивируем, и люди делают маленькие заказы, тогда имейте в виду, что вам нужно будет пригласить больше человек, чтобы получить больший товарооборот. Но в любом случае у нас вот это, такие цифры в маркетинг-плане. От 3 до 23% компания нам платит, и уже доход в размере практически 50 тысяч на всю группу, которая вот этот товарооборот делает, вы получаете, причем распределяет компания, кто какие товарообороты сделал, начиная с нижних статусов, распределяет все четко, ровно, кто сколько сделал, тот столько и получает. Это все четко, это все ровно. Ну и такая вот есть лестница успеха, кроме денег по маркетинг-плану у нас еще при достижении новых квалификаций. Когда человек 8 периодов подряд подтвердил свою квалификацию, получают вот такие вот квалификационные бонусы. От 80 тысяч первый до 80 миллионов. Это самый высокий уровень генеральный партнер. Можно получить разовые премии вот такие. Ну, согласитесь, что и 80, и 120 тысяч, и 150, и 200, и 275. Такие суммы получать всегда приятно. Кроме того, обратите внимание сейчас вот на этот слайд. Сколько компания дает на наше развитие? Смотрите, мы с вами сейчас разговаривали о том, что чтобы стать директором, нужна активная структура, которая будет делать товарооборот примерно плюс-минус 100 человек. Так, помните? Давайте я даже верну вам слайд этот. Вот где мы говорили, что 3000 баллов – это примерно 100 человек делает такую структуру. И смотрите, что делает компания. Вашим людям, которых вы приглашаете в компанию, компания всегда дарит подарок за первый шаг. То есть, чтобы вы могли пригласить человека, вы можете пригласить его просто даже на подарок. Или чтобы у него было больше мотивации сделать заказ в вашей команде, компания всегда дает подарок. Ну, это где-то всегда примерно в размере около 1000 рублей бывает. И смотрите, если стать человеком по 100 рублей, то 100 тысяч рублей компания дает только в подарок за первый шаг. Далее идет для удержания и для мотивации людей продолжать делать покупки, изучать продукт, пробовать продукцию Faberlic, компания предлагает пройти стартовую программу. Также, если эти 100 человек пройдут стартовую программу, то компания потратит на это около 600 тысяч рублей. 6 тысяч рублей – это стоимость стартовой программы, которая идет в подарок. Далее. Часто бывает, что консультанты делают заказы, потом где-то теряются, перестают делать заказы. И в компании бывают такие акции для активации консультантов выборочно. Ну, примерно из 100 человек, человеком 30,
даются какие-то подарки. И стоимость этих подарков, ну, примерно от 100 рублей до 300 рублей. Ну, это примерно, ну, на 1012, наверное. В любом случае, компания дает для поднятия вашего товарооборота, для развития вашей структуры, дает эти деньги. И таким образом вам дается более 700 тысяч рублей на развитие вашей структуры. Кроме этого, компания вам предлагает заработать квалификационные бонусы от 80 тысяч до 80 миллионов рублей, о которых я говорила в «Лестнице успеха», мы с вами смотрели. Кроме этого, если вы постоянно поддерживаете свой статус, не падаете в статусе, компания выплачивает от уровня директора бонус стабильности от 6600 рублей до 26500 рублей. Два раза в год получаете. Кроме этого, от уровня 1500 баллов женщины у нас могут получить бонус материнства или усыновления. 45 тысяч в год за одного ребенка и 90 тысяч за второго и последующих детей. Далее, от статуса бриллианта также компания выплачивает бонус развития. 30% от всех бонусов, полученных в структуре бриллиантового директора. Это тоже, если структура очень глубокая, много новых статусов, много получает бонусов, то бриллиантовый директор получает 30% от всего этого за ту работу, которую он проделал. Ну и также у нас есть программа «Быстрый старт», где у нас удвоенные квалификационные бонусы. Если человек, приведя в компанию, быстро доходит до уровня директор и дальше начинает двигаться по ступеням лестницы успеха. Все его бонусы увеличиваются, удваиваются. Посмотрите, сколько дает компания для того, чтобы вы зарабатывали, росли и развивались. Но вот это ли не классно? Где вам, на каком предприятии дадут столько на развитие вашего бизнеса? И кроме этого, я еще раз повторю, что вас всегда ждет официальные каналы компании в Telegram, также канал по декоративной косметике, канал по БАДам, обучение работы в мессенджерах, обучение работы в соцсетях, обучение делать рилс, клипы, шортс, марафоны по клиентским чатам, марафоны по рекрутингу, марафоны по продажам, марафоны по продукту. Это то, что вы уже должны освоить, если вы хотите строить действительно большую структуру, то нам нужно уже создавать воронку рекрутинга. Мы здесь подключаем уже соцсети. Начинаем, конечно, с теплого круга. Можно создавать свой клиентский чат, о котором мы тоже с вами уже говорили. Мы обучаем, как создавать этот клиентский чат. Приглашаем туда людей с вашего теплого круга, чтобы они становились вашими лояльными клиентами. Далее уже вы своих лояльных клиентов переводите в ваш бизнес-чат, в ваш бизнес-канал, и они становятся вашими бизнес-партнерами. И это, конечно, здорово. Что добавляется к работе в этом варианте? Ну, во-первых, вы обязательно должны изучить и понимать маркетинг-план компании, за что платит компания деньги. Вы должны сами научиться проводить презентацию бизнеса. Это делать легко и просто. Этому всему у нас учат. Работать со своей командой. Как говорит Сент-Экзюпери, мы в ответе за того, кого приручили, и мы с вами в ответе за того, кого пригласили. Поэтому мы всегда работаем со своей командой, мотивируем, информируем, рассказываем, что выгодно сделать сейчас, какие выгоды нам дает компания, какие возможности дополнительные дает компания. Вы сами начинаете проводить все обучения и марафоны,
берете на себя ответственность, потому что на этом уровне, естественно, когда речь идет уже о больших деньгах, тут уже никаких нянек вам не надо, вы уже начинаете сами вести своих новичков, брать за ручку и сами становитесь наставником, сами становитесь лидером для своих людей. Обязательно участвуйте во всех мероприятиях компании и команды, проводите мероприятия для своей команды и становитесь руководителем своего бизнеса. Чтобы получать достойные большие деньги, конечно, нужно стать руководителем своего бизнеса во всех смыслах этого слова. Ну и нужно ввести систему работы, система сопровождения информирования. У вас должны быть партнерские чаты, лидерские чаты, вы должны проводить партнерки, планерки, встречи с вашими консультантами, чтобы рассказывать, мотивировать, поддерживать. Должна быть система мотивации, подведение итогов, поздравления, награждения, объявлять промоушены, различные акции. Система обучения должна быть у вас, обязательно должны пройти сами и рассказывать, проводить уже для своих новых консультантов. Обучение по продукту, по продажам, по рекрутингу, как приглашать людей. Обучение созданию и ведению клиентского чата. Это сейчас, ну, тренд. Многие успешно этим пользуются, делают успешно свой товарооборот и рекрутируют людей на приглашение людей в клиентский чат. И также проводить разные марафоны можно, как обучающие, так и рекрутинговые. Ну и таким образом подводим итоги. Мир открывает двери перед тем, кто знает, куда он идет. Поэтому выбор за вами. Разбирайтесь, какой вариант для вас интересней. 3 дня мы с вами разговаривали о 3 разных вариантах. Все они классные. Мне кажется, они все несложные, начиная с первых шагов самых легких. И сам не заметишь, как дойдешь до самого 3-го шага, когда начинаешь строить команду. Потому что, когда ты любишь продукт, когда ты знаешь продукт, ты искренне о нем рассказываешь, и люди охотно идут в твою команду. Поэтому на самом деле работать в Faberlic – это несложно. Главное – понимать, куда мы идем. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием готова на них ответить. С вами была Сафронова Ольга. До следующих встреч!